этой упаковочке находится дубликат Лады Калины, премьер-министр. Еще один участок пришел. Даже самый умный. Видите, как мощно закрепляется груз, хотя он и так закреплен. Претензий от милиции не было, что вы ходите с ведром, нет? Нет, пока, пока не было. Надо будет. Интересно, если пешком сопровождать машину с такими ведрами. Толкай. Так, вот здесь сейчас. Похоже, груз будет еще раз закреплен. Не уходит, милиция выдержит. Стоит и ждет. Чего ты ждешь? А вот там еще много милиции стоит. Машина ДПС. Вот Александр достает еще более мощные ремни. Боятся они заводил в один ручей. Ой, как боятся, мало ли, что его распрещем. За репутацию? За репутацию, да. Репутация — это святая. Небольшая техническая пауза.